Папа Римский Франциск начал апостольский визит в Канаду. Самым ожидаемым событием поездки будет покаяние понтифика за жестокое обращение с коренными народами Канады, в котором принимали активное участие и католические священнослужители. В понедельник Франциск должен приехать в бывшую муниципальную школу Эрминескин под Эдмонтоном. Извинения уже были принесены несколько раз, но если он сделает это лично, это будет много значить. Я еще больше укрепилась бы в вере, если он приедет. Я бы молилась о том, чтобы процесс исцеления людей шел хорошо, чтобы они получили благодать Папы Римского, приехавшего сюда, просто оказавшись рядом с ним. Это было бы большим событием для людей. Более года назад в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей-индейцев были обнаружены свыше 1000 безымянных могил несовершеннолетних. Считается, что за столетие до конца прошлого века власти Канады насильно изъяли из семей коренных народов около 150 тысяч детей, которых отправляли в интернаты, где многих подвергали физическому и сексуальному насилию. Около 60% таких школ находились в ведении католической церкви.